Использовать зеркала заднего вида всегда и по прямому предназначению. Полезно и безопасно. Кто-то скажет, ничего страшного, ведь касание небольшое, да и вообще, с кем не бывает. Но на секундочку, ремонт стоит денег, и вместо автомобиля может быть человек. Поэтому еще раз, будьте внимательнее. Но все же некоторым для начала разобраться бы с обзором впереди. Можно только догадываться, как водитель посредь белого дня не увидел перед собой кроссовер, или что ему помешало вовремя остановиться. Но факт остается фактом. Дорожно-транспортное происшествие совершено. И один из вариантов, что водитель отвлекся на что-то постороннее. Отдельного внимания сейчас требуют мотоциклисты. Говорить о нарушениях с их стороны и отдельно о водителях, которые не воспринимают их за транспортное средство, не имеет смысла. Игнорируют друг друга и правила движения и те, и другие. Результат всегда один. Будьте взаимовежливы и предельно аккуратны на дорогах. Не забываем, что следить за ситуацией в режиме онлайн в нашем городе вы всегда можете на сайте maps.ufanet.ru.